Смотрите, ребята, какой уникальный детский мир построен для наших будущих детей. Это тебе не мой идеальный мир. Ведь я кто? Самое главное зло на Земле. Ведь это не мой идеальный мир, который я хочу построить на Земле. Создать город будущего, где все плиты, все будет украшено пейзажами. Стены домов будут не серыми, а плитками, срисованными вручную пейзажами, с душой вложенными в них. Это тебе не такой мир. Я чувствую, что мне здесь нет места. Под окнами клуб постоянно буянит, беснуется, и с соседом сейчас говорил. Он говорит, что это вообще кошмар. Взрослый мужик там. Даже взрослый мужик офигевает от этого. Ко мне там постучался полицейский. Я смотрю, стоит полицейский. У меня сразу страх, ужас. Ну, вот это вообще, ну, изначально, когда он стучался. Он еще с соседом разговаривал. А я думал, что он по поводу вот этого граффити. Ну, не граффити, а... Это не граффити, это просто рисунок. Я сейчас зайду к себе, сейчас, кстати... Куплю поесть. А, куплю маме молока комарчакского. Вот здесь, в магазине. А затем в шаурмечную зайду. Шаурму самую маленькую куплю там. Но она стоит дофига. 170. Эх. Здесь что-то цены дорогие на шаурму. Дороже даже, чем в Москве. Помню, были. Странно как-то. Короче, я позвонил, постучался, поговорил. Он сказал, что этот полицейский приходил по делу этого клуба. Собирает данные. Просто у меня тревожное расстройство. Если бы я ему открыл, в принципе, все было бы нормально, но... У меня был бы стресс все равно. Да у меня и так стресс. Тревожность. Даже принимая вот эти лекарства от тревоги, все равно меня мучает страх. Вот это вообще просто невыносимо. Потому что полицейские, я пробовал им грубить. Ну, в 2017 или каком-то 18-м. Когда они, ну, что-то разговаривали со мной там. Короче, когда кота выгоняли, и бабушка с матерью там против меня ополчились, я пробовал с ними грубить там. Прям вообще так дерзко разговаривать. Типа, слотофон, там, что ты мне сделаешь, и так далее. Короче, я что-то только не пробовал. Все бессмысленно. По итогу меня избили просто. Забили там, издевались. Какой смысл вообще что-то с ними связываться? Соберет он, отнесет в администрацию. Администрация там скажет. А администрация деньги, взятку этот занесет в глава клуба или... Да даже взятку не занесет, а просто поговорит по-хорошему, и все, тот согласится. Ну, может, взятку занесет, так. Что тут? Администрация, ты знаешь, такое место, где, как в гитлеровской Германии, там, как в фильме в том, там, короче, когда голосовали, то те, кто не согласны были голосовать, их заставляли руки поднимать, типа.
Там не спрашивали, согласны они или нет, ну типа того. Только здесь все наоборот. Здесь не ради народа это все делается, а ради всяких, ну, короче, низменных и тоталитарных полностью. Ну, короче, полная жесть здесь творится. Абсолютный тоталитаризм, прям как он. Короче, я не знаю, это мое субъективное мнение. Ой, господи. Только здесь, блин, не заботятся о собственном народе, по-моему. Здесь вообще не считают собственный народ за людей, такое ощущение. Ну, я не знаю, короче. Может, у нас реально Россия так движется к... Это будет новое фашистское государство, которое будет нападать там. Нас готовят к войне, вот я сделал антивоенный рисунок, и теперь я живу в страхе, что за мной придут. Молоко камчатское. Живу на таблетках. Постоянно в страхе. Рано или поздно придут за мной. А я простой человек, простой русский человек. Я не смогу уехать. Никогда русские люди не будут здесь править. Никогда не слушайте ни одного. Ни одного этого политикана, блогера. Да нет, не нужен. Вот он здесь. Нет. Когда вам полицейский стучится или дом, или вы с кем-то там встречаете, вы испытываете подсознательно немножко страха, тревожности? Ну, не знаю. Может быть, да. Да? Ну, может быть, да. Мало ли по какой причине. По-моему, все испытывали. Ну, мало ли. Вдруг что-то где случилось. Конечно. Ко мне подключался полицейский по поводу, там собирали заявки насчет клуба возле дома 15 метров. Просто сейчас сразу дурные мысли, да? И я подумал, что он подключался ко мне из-за того, что я антивоенный рисунок сделал, направленный против войны. Знаете, такой лозунг, там, рисунок и лозунг. Если ты хочешь отправить свою сына на войну, подумай о том, что ему может в лицо прилететь разрывная пуля. А, ну понятно, какая-то тематика штука. Ну, то есть жесткая. Я боялся, что. Как бы они вычислили. Не, они знают, что. Они все меня знают, что это я рисую. Все понятно. Ну, я единственный, кто я рисую вообще. Не отправляйте своего ребенка на войну, да. Все понятно. Ну, если она родит сына, чтобы она не отправляла. Ладно. Спасибо. Вот такую немного пропаганду веду. Могу. Посмотрите. Типичная ситуация, это не вандализм. Эх. Все тут слякоть. А вот Макс, вот мощную пропаганду антивоенную, чтобы предотвратить войну. Вот ты хочешь, чтобы твоего сына отправили на войну, и он изуродованный вернулся. Ты посмотри в Гугле фотографии изуродованных людей, которые после Первой мировой войны, после Второй, это ж, там даже зарисовки были. Их даже фотографировать запрещено было там в Советском Союзе, по-моему. Это ж просто кошмар. А теперь подумай о том, что это они пойдут на войну. Война обязательно будет, потому что не было ни одного века, когда не было войны. У меня просто сейчас в нос говорю, потому что у меня в нос заложен. У меня вазомоторный ринит с детства. Еще плюс стресс накладывает отпечаток. Короче, вот представь, вот молодые люди идут, да. Ну вот представь, да, вот
Вот у кого-нибудь из них спросить, хотите вы на войну, а хотите вы, а вы не думаете, что вам пуля прилетит? И что они скажут, пошлют меня там. А если они увидят этот рисунок, это западет им в душу. Западет им в подсознание, в бессознательное, как НЛП боевое. Смотрите, здесь такое ощущение, как будто бы это Древний Рим, и он варварами разрушается потихоньку. И что скоро империя пойдет. Хотя у нас даже не империя. У нас близко не империя. Смотрите, какая красивая. Как красиво вот это вот осыпалось. Какие красивые можно было бы абстракции нарисовать. Если бы я пришел к власти, я бы сделал здесь вообще весь дом вот плитками вот такими вот покрытыми, с разрисованными пейзажами, с подсветкой ночной, мягкой, которые не бросаются в глаза, а просто если ты хочешь приглянуться, посмотреть, ты приглянешься, посмотришь, а если не хочешь, то ты даже не заметишь, они будут так, знаешь, как ну, как бы не бросаться в глаза. И на тротуарах тоже. То есть представь, насколько будут ровные тротуары, потому что они будут состоять из очень дорогостоящего и технологического материала. Вот смотри, это все не вандализм. Вон там, например, обучают бросать с прогиба головой об землю, избивать людей. Делают людей, это считается мужественным. И я туда ходил года два, по-моему. И меня там прозвали Титан, то есть я там много занимался, тренировался, представляешь? А в свободное время я все время занимался только рисованием. Никто не обращал на это внимания, на то, что я рисованием занимаюсь. Меня пытались сделать человека. Вот в этом мире меня хотели сделать из меня человека, представляешь? Чтобы я умел с прогиба кидать, хотя я мог кидать с прогиба, но я не делал этого, потому что я человек. О, смотри, шаурму закрыли, видимо, из-за коронавируса. Вот смотри, я бы вот здесь вот разрисовал пейзажи, здесь бы разрисовал, здесь непонятно кто еще сделал, вот здесь бы разрисовал пейзажи, здесь ладно. Здесь бы разрисовал. И люди бы повалили просто сюда в 10 раз больше. У них выгода была бы у этих бизнесменов. Но они не хотят этого, к сожалению. Они ссылаются на разные, умывают руки, как Понтий Пилат.